Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». Шестого сентября бригады скорой помощи совершили 171 выезд. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 11 человек. 18 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Кроме того, 8 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 2 выезда оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 5 малышей. 1 мальчик и 4 девочки. Стражи порядка убедительно просят горожан быть более бдительными. Любые разговоры с незнакомых номеров, особенно если они ведутся на финансовую тему, стоит немедленно прекращать. Обратитесь в отделение или сами перезвоните на горячую линию банка. За минувшие сутки инспекторы ГИБДД зарегистрировали 34 нарушения правил дорожного движения. 5 автолюбителей пренебрегли ремнем безопасности. 1 отказался от метасвидетельствования. 2 не имели с собой документов. 1 нарушил правила перевозки пассажиров. 6 водителей были наказаны за чрезмерную тонировку. 2 за нечитаемые госномера. 1 не предоставил преимущество движения пешеходам. Еще 1 автолюбитель проехал на запрещающий сигнал светофора.